Всем привет, господа товарищи. С вами Вячеслав Радосев. Мы сегодня находимся на Покровском кладбище, на могиле известной художницы Нади Рушевой. Сегодня могло бы ей исполниться 72 года. Это Покровское кладбище, улица Подольских курсантов, район Чертаново. Первый участок. Если пойдете от входа, то вход будет вот там вот, по центральной аллейке, и вот сюда вот. Первый участок.